Xiaomi Redmi 9. Покажу, как сделать hard reset или сбросить пароль. Я забыл пароль свой, его нужно сбросить. Не забудьте перед hard reset вспомнить данные своего Google аккаунта и Mi аккаунта, иначе сработают блокировки. Нам нужно выключить телефон. Зажать кнопку увеличения громкости, кнопку питания, плюс и питание, держим. Плюс отпускаем, ой, питание отпускаем, плюс держим. Опускаемся до Wipe Data, подтверждаем кнопкой включения. Подтверждаем. Опускаемся. Делаем перезагрузку. Дожидаемся полной загрузки телефона. Она будет длиться чуть дольше, чем обычно.